Сердечно приветствую, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, те, кто с нами находится в прямом эфире в это утро. Мы благодарны Господу за возможность быть сегодня в Доме Господа, в Доме Божьем, молиться, прославлять и рассуждать о Его Слове. Я не знаю, приходилось ли вам в вашей жизни иметь такую ситуацию, когда вы дарили человеку, вашему знакомому, другу, Библию, который никогда не читал. Задавали ли они вам вопросы? Я вспоминаю те события, те моменты, которые были в моей жизни, когда люди задавали вопросы, о чем эта книга, откуда начинать ее читать. Они понимали, что это необычная книга, это сложная книга для понимания. И когда мы немного рассказывали, что она включает в себя целых 66 книг, Ветхий Завет, Новый Завет, братья и сестры, я думаю, что ответ, если в вашей жизни будет такая ситуация, которую можем дать, и мы никогда не ошибемся в этом ответе, если мы скажем, это книга о великом Божьем плане спасения грешника. Когда Бог в своей заботе и милости, вечности определил этот чудный план, который Он представил в своей книге и, конечно же, в реальной жизни. Не так давно мы рассуждали о Божьем пути, о Божьем плане спасения, которым удивительным образом, братья и сестры, представлен в Священном Писании. В Ветхом Завете, на протяжении всей истории человечества, для каждого человека, пришедшего в этот мир, проживя эту жизнь и уйдя в вечность, есть только один путь – есть только одно имя и есть только одно средство, которым человек может спастись на этой земле. Это очень важно, потому что спасение человека, человеческой души – это Божие дело. И только Бог, который сотворил человека, безгранично любит человека, Он имеет абсолютное право определять и путь, и средство, и принцип спасение для каждого человека. И мы с вами рассматривали некоторые, позапрошлое воскресенье, некоторые личности, которые жили в Ветхом Завете до потопа, такие как Енох, как Авель, Адам. Те люди, которые жили на этой земле, прожили долгий путь, которые уходили в вечность, уходили в другой мир. Как им было, о чем они думали, на чем они могли положить основание, Писание очень ясно говорит, братья и сестры, есть вера. Праведник верою жив будет. Для народа израильского это был огромный период времени для определенного народа, где они проходили свой путь, свое понимание Бога, свое спасение. Я хочу только кратенько просто напомнить, братья и сестры, несмотря на все вот эти многочисленные жертвы, порядок, ритуал, установленный Богом, который имел, носил символический характер, прообраз, братья и сестры, мы можем подойти или, скажем, сделать такой кратенький вывод или подвести черту, что благочестивый еврей, израильтянин, который возлагал руки свои на жертвенного животного, он взирал верою на Христа вперед и получал прощение, то сегодня грешнику приходится взирать на Христа в прошлое, то, что было когда-то. Но суть, братья и сестры, ценность этого заключается в том, что центром, местом встречи Божьей благодати и милости является Голгофа. Там встречается Божье прощение, Божья истина, о прощении и благодати. Поэтому пусть Господь нас благословит в этом, и я убежден, что на небесах не будет ни одного человека, который будет вкушать спасение, благодать, вечную жизнь, не будет ни одного человека, который мог бы сказать, я оказался здесь благодаря тому, что я тщательно исполнял закон Моисеев. Или очень много принес жертвенных животных. Не будет, братья и сестры. На небесах не будет людей, которые могли бы сказать, я верую в Иисуса Христа,
и исполняя субботу, нахожусь здесь. И таких не будет, друзья. Будут только те, которые признали абсолютную свою греховность и признали абсолютное спасение только верой, только благодатью и только Христом. Поэтому пусть вся слава принадлежит Богу. Аминь. Братья и сестры, вопрос я хотел бы сегодня озвучить, прежде чем мы подойдем к теме, которую я хотел бы предложить сегодня. А тема, о которой мы будем сегодня рассуждать – спасение. В очень ответственный, трагический, я бы сказал, страшный период истории человечества, который будет происходить на земле. Спасение. Возможно ли или нет? Но прежде у меня вопрос. Вот спасенные люди, которые Господь спасает, они составляют одну группу людей? Или все-таки Бог в своей не только любви и благодати, но и в своей абсолютной справедливости, Он как-то разделяет эти группы людей, уже спасенных? Потому что некоторые люди говорят, главное спастись, а там уже как будет. Но, вы знаете, при внимательном изучении исследования Писаний, братья и сестры, мы находим, что Бог своей любви и заботе к людям, спасенных людей, тоже разделяет. Есть определенные разделения. И тут дело не настолько в степенях благословения для этих групп людей спасенных, но в том, что у Бога есть план для каждой из этих групп. У Бога есть план для этих людей. Если мы говорим об Израиле, то у Бога есть план для всего народа израильского, как нации. Это мы видим тоже в Священном Писании. Но у Бога есть план для особой группы людей, которых Священное Писание называет остаток, либо избранные, либо святые. Вот три таких формулировки названия для особой группы людей. Одну из этих мы сегодня будем рассматривать. А мы понимаем и верим, что Священное Писание учит о том, что у Бога есть план для церкви. Хочу подчеркнуть особо эту мысль, братья и сестры. Ни в коем случае мы не должны смешивать, соединять церковь с какой-либо другой группой людей спасенных, даже с праведными ветхозаветными праведниками. Братья и сестры, это особая группа людей, которые Бог собирает, избрал от вечности, призывает сегодня, крестит Духом Святым в тело Господа Иисуса Христа в день ихнего спасения, возрождения. Они становятся частью тела Господа Иисуса Христа, Его Церкви, глава которой находится на земле, на небе, простите. Это особые люди, которые Господь избрал своими. Для чего? Для того, чтобы она была славною Церковью. Полнота, наполняющая все во всем. Та, которая будет разделять вечную славу с Агнцем, с Господом, которая названа невеста, женою. И когда мы смотрим книгу Откровения, помните, там, где написано «Я покажу тебе, иди, я покажу тебе невесту, жену невесту Агнца», то вдруг удивительным образом Иоанну представляет не просто огромное количество людей, а город, сходящий с неба, приготовленный как невеста для мужа своего, удивительным образом. И такой образ представлен. Почему? Потому что там и только там место для его невесты, для церкви Господа Иисуса Христа, и она определена и временем, и границами, когда люди могут войти в церковь. Когда начало? Не так давно мы отмечали событие, праздник, сошествие Святого Духа на апостолов. Это тот момент, это то время, когда Господь образовал церковь. Невидимая стала видимая. И первые души, первые снопы, первые члены, они были спасены в день Пятидесятницы, в день проповеди апостола Петра. Братья и сестры, есть ли у Бога границы, есть ли у Бога какой-то определенный, да, в 11 главе послания римлянам апостол Павел говорит о Израиле, он говорит о том, что доколе войдет полное число язычников,
и евреев, конечно, которые сегодня живут на этой земле, которые обращаются к Господу в молитве покаяния, друзья. Определенные есть. Когда мы смотрим на немножко историю, будет период тысячелетнего царства, где будут рождаться люди. Это будет особый, исключительный период, об этом будем говорить в следующий раз, о событиях. Там будут рождаться люди, будут определять свои отношения к Богу, их бессмертные души – это тоже особая отдельная группа людей. Друзья, когда мы смотрим 25 главу Евангелия от Матфея, помните, где Господь Иисус Христос возвращается со святыми своими и собирается перед Ним кто? Все народы. И как-то удивительный подход у Господа. Речь идет не о вере, не о возрождении. Делит Господь на право и налево, одних называют овцами, других называют козлами. И все, что Господь видит, Он говорит о том, что эти люди проявили особое милосердие, особое отношение к братьям моим меньшим, называет Господь евреев. И говорит, за то, что вы сделали одному из меньших, то вы сделали мне, войдите, благословенное в царство Отца моего, приготовленное вам от создания мира. Удивительные события тоже происходят, да? Поэтому это очень важно понимать, что спасенные, которых будет огромное количество людей, братья и сестры, это не одна большая группа, которая будет где-то находиться. Нет, Священное Писание нас так не учит. Братья и сестры, прежде чем говорить более предметно, я бы хотел, чтобы мы еще раз, просто визуально, потому что достаточно занимает много времени, вот этот семилетний период великой скорби, когда я и для себя изучал, это уходит множество часов времени. Но если можно, братья, покажите, пожалуйста, нам вот этот слайд, который мы уже видели, если возможно это сегодня, да? Вот, посмотрите, я почему хочу сказать, чтобы мы немножко имели представление, братья и сестры, об этих событиях, потому что я посчитал, что в период последней седьмины, который называет и Христос, и Даниил называет «Великая скорбь», где-то происходит 34 события, представляете, за 7 лет очень интенсивно. Очень быстро происходит 34 всего события. Даже если посмотреть кратко, визуально, мы знаем, что 7 печатей, 7 труб, 7 чаш гнева, друзья мои. И каждая из них происходит все больше и больше, и страшнее, и масштабнее суды Божии на этой земле. За каждым из этих событий происходят определенные, знаете, катаклизмы, которые абсолютно изменят историю всей земли, весь порядок, абсолютно все, друзья. Просто очень кратко мы об этом знаем, что произойдет восстановление храма. Я верю в это, и исследуя этот вопрос, мы понимаем, что должно произойти это событие. Появление на мировой арене человека греха, антихриста, об этом мы кратко говорили. Служение двоих пророков, свидетелей, которые будут совершать служение в первой половине Великой Скорби 1260 дней. Они имеют определенную цель у Господа для спасения, для свидетельства для народа израильского. Это начертание на правую руку или чело, которое Антихрист будет поставить закон для всех людей, и многие-многие другие. Ну и, наверное, центром, можно сказать, вот этих всех событий станет мерзость запустения в храме. Помните, Христос говорил в Евангелии от Матфея, 24 глава, об этом событии. И Даниил об этом тоже говорит, об этом событии. Мы понимаем, что это то время, когда исследуем глубже этот вопрос, когда Антихрист откроется. Он потребует для себя поклонения как Боге. А пророк говорит, что он в храме Божьем сядет, выдавая себя за Бога, требуя поклонения. Но израильтяне, евреи, которые верят в единого Бога, они противостоят, они откажутся, они не станут этого делать, потому что они поклоняются единому Богу. И начнется ужасное гонение, страшное гонение для народа израильского во второй половине великой скорби. Братья и сестры, я бы хотел сейчас, чтобы немножко посмотрели теперь
вот более предметно на вопрос, который мы озвучим сегодня. Вот в этот период, вот на протяжении вот этого времени, где мы видим вот эти страшные события, я бы им просто посоветовал, братья и сестры, вот на этой неделе, это не так занимает много времени, прочитайте книгу Откровения, хотя бы начиная с 6 главу по 19 главу включительную. Там, где мы описывали, дает Иоанн описание семи печатям, семи труб, семи чаш гнева. Вот события, когда мы читаем, вы знаете, я читал, исследовал, останавливался, и я задавался вопросом: Господи, кто может вообще спастись в это время? Это не просто бедствие где-то, друзья. Это не пандемия, где люди сегодня напуганы. Это что-то страшное, потрясающее. Такого еще не было. И вот мой вопрос, братья и сестры, не для того, чтобы, знаете, когда мы будем говорить сегодня, дать кому-то какой-то, может быть, шанс или успокоить. Наша цель и наша ответственность – проповедовать истину, проповедовать Евангелие. Я бы хотел, чтобы мы сегодня, братья и сестры, смотрели даже, если кто-то думает, какой-то шанс, друзья, нет. Думали и смотрели о Боге. Боге, который настолько милостив, настолько полон благодати, настолько удивительно любит грешника, помышляет день и ночь, как бы не отвергнуть и отверженного, что даже в этих страшных, ужасных событиях, братья и сестры, Он будет спасать. Спасать до конца. Каким образом, друзья? Я бы хотел, чтобы мы сегодня... Спасибо, братья, за эту картину, за этот слайд. У кого есть Библии, друзья, откройте, пожалуйста, ваши Библии в шестой главе. В шестой главе, если можно, у кого есть Библии, давайте посмотрим. Когда шестая глава начинается тем, что Агнец, как бы закланный наш Господь Иисус Христос, который находится, интересно, посреди старцев, 24, интересное выражение, посреди, внутри, там находится, там, где и Отец Небесный, потому что 3, 4 и 5 главы показывают нам прекрасное событие. Я убежден в этом, братья и сестры. Церковь Господа, Его невеста, находится на небе. Безуспешно искать где-то в другом месте Церковь Иисуса Христа, в других главах. Вы не найдете ее, братья и сестры. Только в 19 главе мы находим снова Церковь. Вот там находится наша Церковь, в 5 главе, там, где они прославляют Господа, там, где поют песнь, там, где они говорят, что Ты был заклан за нас, кровью Своей искупил нас Богу от всякого колена, языка, народов и племени, садил нас царями и священниками Богу нашему, друзья. Вот это место ее, куда Господь сам ее поставил, там ее место. Но обратите внимание, и 6 глава мы, когда читаем, начинается снятие печатей. Первая печать, вторая печать, третья печать, четвертая печать. И начинается на земле страшное бедствие. После первой печати приходит ложный мир короткий. Когда люди будут говорить «мир и безопасность», внезапно постигнет пагуба. Начинаются войны мирового масштаба, начинается голод, начинаются страшные катаклизмы, начинаются на земле. И после снятия шестой печати, обратите внимание, с 12 стиха, я бы хотел несколько слов прочитать вот этот стихов, с 12 стиха, обратите внимание, после снятия шестой печати, и когда он снял шестую печать, книга Откровения, и я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачным, как власяница, и луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняя незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора, и остров сдвинулся с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые тысяначальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещерах и в ущельях гор. И говорят горам
и камням. Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Даже при поверхностном, братья и сестры, если человек даже не читал остальные вот главы, согласитесь, что происходит реально на земле? Звезды падают, небо свилось, как свиток, солнце стало темным, мрачным, луна, все происходит, катаклизмы. И друзья, и люди, которые в это время находятся на земле, они понимают, что это не случайность. Они понимают, откуда это. Возможно, они не видят, но они четко говорят, они обращаются, обратите внимание, к камням, говорят горам и камням, к ним обращайте. Падите на нас, для нас лучше, чтобы вы нас уничтожили, чтобы скройте нас от лица сидящего на престоле и гнева Агнца. Они понимают, что это пришел великий день гнева. Обратите внимание, вопрос последний, что они задают. Кто может устоять? Кто, если не спрашивает, может ли кто-то спастись? Давайте и мы зададим этот вопрос сегодня. Господи, кто может устоять? Будут ли такие? А теперь давайте обратим внимание, наш взгляд, на седьмую главу книги Откровения. Потрясающая картина перед нами открывается. У кого есть Библии, следите, пожалуйста, с первого стиха. «После сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево». Вам не кажется удивительное, после того, что происходит на земле, вдруг наступает абсолютная тишина, наступает пауза. Среди вот этого череды последовательности Божьего гнева, то, что происходит уже, вдруг наступает абсолютная тишина. Иоанн открывается на четырех, видит ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул. Обратите внимание, ветер на землю, ни на море, ни на какое даже дерево, братья и сестры, чтобы листочек даже не шелохнулся. Знаете почему? Чтобы дать ответ, кто может устоять и кто может быть спасенным. И дает Писание ответ. Обратите внимание, что дальше мы видим. Почему так произошло? Бог остановил все. И со второго стиха, обратите внимание, «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого». И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю. «Не делайте вреда на земле, ни морю, ни деревьям, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Представляете? Ангел говорит, что сейчас будет что-то происходить особенное. Сейчас будет ставиться печать на челах рабов Бога. Кто же это люди? Кто это избранники? Я слышал 4 стиха, я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Подчеркивай, братья и сестры, подчеркните в своей Библии, братья и сестры. Ни язычников, ни свидетелей Иеговы. 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Вот для них послан этот ангел, для того, чтобы поставить печать Бога живого для этих людям. И дальше здесь идет перечень. «И слышал я число запечатленных, запечатленных было 144 тысячи, и всех колен сынов Израилевых». Идет перечень из колена Иудина 12 тысяч, колена Рувимова запечатленных 12 тысяч, колена Гадов и так до конца, братья и сестры. Простая арифметика, получается 144 тысячи. Братья и сестры, возникает вопрос, для чего? Господи, тогда, когда уже начались бедствия, когда умирают и погибают люди, потому что войны начались, мировые войны, серьезные, братья и сестры, когда люди
начинают уничтожать друг друга. 24 глава Евангелия от Матфея, когда Иисус Христос говорит о признаках, она абсолютно идентична. Если дома сравните вот события, начиная с 6 главы книги Откровения, первая печать, вторая печать, и сравнивайте 24 главу, там, где Христос говорит о событиях в последнее время, о своих признаках, они совпадают. Писание не противоречит друг другу. Голод, болезни, катаклизмы. Люди начинают предавать друг друга, говорит, вас будут терзать, убивать, гонение страшное начнется. И вдруг вот такая остановка и тишина. И обратите внимание, здесь не написано, что это стоит одна группа людей, и вот, скажем, им делают каким-то образом, ну, вот эта печать ставят. Люди не знают друг друга, они по всему Израилю находятся, или даже по всей земле находятся. Бог знает этих людей. Господи, почему Ты их оставил? Почему они были восхищены? Почему они были спасены? Почему? Братья и сестры, мы не сможем ответить в полноте, в глубине на все вопросы, братья и сестры. Я это признаю. И братья, многие следующий вопрос. Поэтому мы в страхе Божьем, в смирении мы рассуждаем, что у Бога есть особые планы, особая цель для тех, которые остались живы. Не потому, что, чтобы показать, вот, братья и сестры, эти люди обладают удивительной характеристикой. Это не просто какие-то счастливчики, которые Господь, знаете, каким-то образом поставил. Нет, они обладают особым характером. Это люди особо, которых Господь приготовил и избрал. Мы находим снова этих людей, группу только людей, уже собранных в 14 главе книги Откровения. Смотрите, дается им характеристика. Эти люди прошли и пройдут весь путь великой скорби. Не поклонятся зверю. Они не примут начертания. Более того, братья и сестры, я присоединяюсь к здравым рассуждениям, мысли, что эти люди будут проповедовать, евангелизировать, благовествовать тем людям, которые живут. Это особая у Бога группа людей. Обратите внимание, если мы немножко чуть дальше пойдем, говоря об этой группе спасенных, запечатленных людей. 14 глава, с 1 стиха, «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах». Они уже там, восхищены. Гора Сион, гора святая, престол, где Господа стоит. «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома. И услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют, как бы новую песнь. Пред престолом, братья и сестры, находятся. Пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песни, кроме этих 144 тысячи, искупленных от земли». Кто это? Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы. Обратите внимание, первенцы, начало. Когда первенцы, говорится, значит, последующие будут искуплены, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божьим. Какая чудная характеристика, какое развитие, братья и сестры. Я еще раз говорю, я соглашаюсь с мыслью о том, что это люди не просто будут счастливчики, которые, ну, пройдут вот это, слава Господу, Господь сохранил. Это люди особого духа, особого состояния, оставленные, чтобы благовествовать и проповедовать народу и другим людям. Кто может устоять? В 7 главе, братья и сестры, мы видим еще одна группа людей. 7 глава посвящает нам еще одной группе людей. Обратите внимание, у кого есть открытые Библии, если мы возьмем с 9 стиха. 9 стих начинается следующими словами. «После сего». То есть он видел вот эти 144 тысячи на земле. С ними Господь работу имеет. А 9 стих. «После сего, после этих событий взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть». Из всех племен и колен, и народов, и языков стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмами ветвями в руках своих. Братья и сестры, интересно,
передает нам вот евангелист Иоанн вот эту группу людей. Я бы хотел так, знаете, порассуждать с вами о том, что вопросы задать, может быть, некоторые, чтобы легче нам понять было. Кто эти люди и где они находятся? Смотрите, он говорит о количестве. Великое множество людей, которого никто не мог перечесть. Ну, для Бога, если что-то невозможное, Господь точно знает. Он знает, сколько звезд. Но здесь написано, никто не мог перечесть. Это указывает не потому, что Бог не знает, показать безграничность. Если мы смотрим на пятую главу книги Откровения, там, где представлена церковь, и там, где показывает, что церковь тоже находится, а не только не пред престолом, а на престолах 24 старца, это огромная разница. Но обратите внимание, и когда говорится о том, что там было 4 животных, 24 старца, агнец, сидящий на престоле, и ангелы, и число их было, помните сколько? Тьмы тем и тысячи тысяч, как-то называется цифра. А здесь место к престолу и число людей пред престолом увеличивается. И число не мог даже никто посчитать, которые находились. Где они были? Они находились пред престолом, это важно. Кто эти были люди? Из всех племен, подчеркивается, то есть национальностей, племя еще переводится как нация, национальностей, подчеркивается из всех племен, из всех национальностей, которые на земле были, есть представители. Колен – это указание на израильский народ, народов, представители всех народов и языков, то есть племен, колен, народов, языков. И подчеркивается всех абсолютно. Еще раз подчеркиваю, не обращая внимания, все это множество стояло пред престолом и пред ангцем. Они были в белых одеждах и с пальмами, ветвями в руках своих. Различие между той группой людей, которые представлены в 5 главе Откровения, 24 старца, они были в белых одеждах и на голове своей имели что? Золотые венцы. Побеждающий сядет со мной на престоле. Побеждающий будет ходить в белых одеждах. Побеждающему дам венец жизни. Есть 7 венцов упоминания. Различия определенные, но они тоже находятся в этот момент, находятся пред престолом. Братья и сестры, обратите внимание на еще одну маленькую деталь вот в этом описании людей, которые находятся там. Когда мы смотрим 6 главу книги Откровения, 5-я печать снимается, ее специально упустил. Когда снимается 5-я печать, мы увидим какую-то особую картину, особую группу людей. 9 стиха 6 главы книги Откровения. «И когда он снял 5-ю печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка Святой Истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут, что убиты, как и они, дополнят число». Братья и сестры, вот эта группа людей, которую Иоанн видел под жертвенников, души убиенных за Слово Божие, за свидетельство. Им было сказано, дано белые одежды, и чтобы успокоились, доколе дополнят число братья, которые другие будут убиты. Проходит, мы говорим о том, что события, братья и сестры, будут развиваться очень быстро, трагически. Вот эта группа людей, они составляют теперь вместе, братья и сестры. Вот то, что мы видим в 7 главе, которые стоят пред престолом. Те души жертвенника успокоились, дополнили число, и они находятся уже пред престолом, пред акцем, там находятся они.
Очень важный вопрос, задаем вопрос, откуда же они пришли? Кто же все-таки эти конкретно люди, которые находятся там в белых одеждах, с пальмами в ветвях, в особой близости? Кто это люди? Они не просто отдельно стоят, а там находятся и 24 старца, и 4 животных, и сидящие на престоле, и Агнец там находится. И задают, и он говорит, я не знаю, ты знаешь. И обратите внимание, и он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Братья и сестры, исследуя этот вопрос, в любых переводах, я внимательно смотрел различные переводы, смысл один и тот же. Писание никак по-другому. Это те, которые пришли от великой скорби. Кто это? В 1974 году был известный Лозаннский конгресс, на котором было собрано тысячи христиан, миссионеров, которые приехали для того, чтобы поделиться опытом, научиться, провозгласить еще раз Евангелие, может быть, получить как бы благословение, вдохновение, потому что цель Лозаннского конгресса была – это проповедь Евангелия, известный текст, и будут проповеданы Евангелие во свидетельство всем народам. И один из выступающих, который делал доклад, я понимаю, что это цифры, может быть, они относительные, но люди были потрясены, услышав о том, что на земле в то время около 2 миллиардов людей еще не слышали Евангелия. На сегодня цифра живущих на людей приближается, вы знаете, к 8 миллиардам людей. За это время, как вы думаете, изменилась ли картина? Какую армию, какое число людей, миссионеров, какие ресурсы, возможности, чтобы евангелизировать, благовествовать, для того, чтобы все люди услышали Святое Евангелие? Думаю, все равно невозможно. Братья и сестры, неужели тот, сидящий на престоле, тот, который отдал своего Сына Единственного, с Ним не дарует и всего, неужели Он будет безразличен к тем, которые не услышали? Миллионы тех, которые пребывают в ложных религиях, обманутые. Миллионы номинальных христиан, которые сегодня посещают церковь иногда, может быть, нет, верят во Христа, но не рождены свыше, не соединены со Христом, не являются Его невестой, Его Агнцем. Мы не можем, братья и сестры, проходить мимо, друзья. Это очень важное. Это те, которые пришли от великой скорби. И омыли, друзья, каким образом они достигли спасения. Обратите внимание, ангел четко говорит, они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. Вот почему, братья и сестры, кто-то говорит, что вот сейчас период спасения, люди спасаются посредством жертвы Иисуса Христа. Потом будут спасаться своей смертью. Братья и сестры, своей смертью никто не спасется. Есть только одна цена, которая имеет в глазах Бога. Увижу кровь и пройду мимо. Без пролития крови не бывает прощения. Та кровь, которая необходима была Адаму, Еноху, Авелю, та кровь, который сегодня необходимо грешнику, который живет в особый период благодати. Вот та кровь, акция заместительная, нужна. Но какой ценой, друзья? Ценой смерти были убиты. Это будет страшный период, страшное гонение, великая цена. Поэтому мы не проповедуем сегодня, знаете, возможность, мы говорим о серьезности, о возможности спасения сегодня через благодать, когда двери спасения открыты, когда призывает имя Господа верою, получает спасение и оправдание. Это очень важно. Обратите внимание, братья и сестры, особое отношение к этим людям, к этой группе людей. Не просто, ну, достигли, знаете, мы как-то по-человечески, ну, вы-то сзади там пришли, где вам там место находить? Ну, там постойте. У нас же человеческое такое отношение. Обратите внимание отношение Бога к этим людям.
за это они пребывают ныне пред, сейчас, пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Они уже не будут алкать, не жаждать, не будет палить их солнце и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Вот это слово «не будут уже ни алкать, ни жаждать, не будут палить их солнце никакой злой» указывает на то, что они прошли это время страшное, в котором не находились. И это уже больше не повторится. Бог пошлет им самого лучшего пастыря, Агнец, который будет водить их на живые источники вод. Они не войдут в город Иерусалим. Они не будут в церкви, братья и сестры. 24 на престоле старца. Но они будут наполнять новая земля, которая будет вместе со спасенными народами. Они там будут находиться, эти люди. Братья и сестры, интересно, когда мы смотрим на историю спасения Божьего, я уже упоминал кратенько о том, что вот в 24 главе Евангелия от Матфея, там, где Христос приходит и собирает все народы, это тоже особое время, особый момент, это уже в самом конце. И там нет упоминания ни их веры, ни их возрождения, там только один критерий, как они относились к братьям моим меньшим. Это тоже удивительно, братья и сестры, это будет огромное число, он собирает все народы из этих народов, кто правильно относился вперед в великой скорби, гонимым израильтянам, иудеям, те не останутся без награды. Более того, Христос говорит, войдите в благословенное царство, готовленное вам от создания мира. Братья и сестры, мы говорим сегодня о том, что в период великой скорби, несмотря на особо тяжелое время, когда будут сгонения, путь, которым будет достигаться, будет страшным. Но несмотря на это, проповедь Евангелия будет звучать. Бог пошлет два свидетеля, предстоящим пред Богом, облеченные особой властью, силой, которые могут закрывать, затворять двери, чтобы не было дождя, а окна небесные. Чем они будут заниматься 3,5 года? Проповедовать, свидетельствовать, свидетельствовать. Это будет особая сила, которую Бог наделит. Мы находим еще одного чудного вестника. Помните, Христос говорил в Евангелии Матфея, будет проповедано Евангелие Царствия во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Чаще всего мы этот стих применяем, когда мы говорим, когда Евангелие достигнет абсолютно каждого человека, тогда придет Христос. Не справятся люди, не справимся мы с вами с этой задачей. И мы встречаем одно еще чудное событие. Помните, мы говорили как-то об этом. В 14 главе книга Откровения, 6 стих. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имеет вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле». И обратите внимание на тех, перечисляет группу людей. Мы сегодня уже слышали. «Всякому племени, всякому колену, языку и народам». Слышите, да, братья и сестры, мы сегодня читали, откуда кто пришли, эта группа людей. «Всякого племени, всякого колена, всякого языка и народа». Что благовествовать? «И говорил он громким голосом, убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море, и источник вод». Какая проповедь, которую могут слышать миллионы людей на земле? И те, кто обратятся верою в Иисуса Христа, будут спасены. Трудной ценой, тяжелой ценой, но будут спасены. Хотелось бы кратенький вывод.
Каждый человек из сегодня объятного множества уверовавших во время великой скорби, как я уже говорил, сегодня неоднократно будет спасен в условиях гонений, смерти, страданий, ненависти. Но спасение будет совершаться исключительно только по благодати, братья и сестры, ни за какие заслуги, ни за какие дела. И только благодаря личной вере в Иисуса Христа и благодаря крови Агнца. Интересно, братья и сестры, когда мы смотрим на место у престола, мы видим, как место престолу дополняют люди. В 5 главе мы видим 24 старца на престолах, посредине них Агнец, сидящий на престоле, сонмы ангелы в тьмы теми тысячи. В 7 главе мы смотрели, как дополняются люди, те, которые невозможно сосчитать, которые пришли от великой скорби, убелили одежды своей кровью Агнца. А в 14 главе мы видим пред престолом, там, где упоминается и 24 старца, и эти люди, дополняется 144 тысячи. Удивительно. И самая драгоценная истина, которую из этого я для себя, братья и сестры, взял, в каждом из этих описываемых случаев мы видим, что в центре с ними находится Агнец. Посмотрите внимательно. С каждой из этих групп, братья и сестры, находится Агнец. Они где-то оставленные. В церкви он посредине, потому что это его невеста, его жена. Тех он будет водить. Мы понимаем, что язык книги Откровения – это образный язык, аллегорический язык. Многое для нас по-человечески, нашему разуму, в наших условиях, в земных, трудно понимать. Но Писание так говорит. Когда мы смотрим на 144 тысячи, это особо. Они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. И он с ними. Братья и сестры, время, в котором мы сегодня живем, это уникальное время, которое никогда еще не было и не будет. И говоря об этой теме, братья и сестры, я не проповедую, не говорю о том, что, вы знаете, нужно успокоиться, и людей будет дать возможность спастись. Знаете, как написано, Бог искренним поступает искренне, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. Если человек, надеясь, не использует Божью благодать сегодня, надеясь на тогда, друзья, Бог дает спасение. А даст ли Бог спасение тогда? Или это будет тем людям, которые не слышали, не ведали, да, они будут в страшных муках, в страшных страданиях, но по милости и благодати выхвачены и приведены. Поэтому я бы хотел обратиться сегодня ко всем слушателям, которые живут сегодня. Время благодати – это время для нас. Это время для того, чтобы примириться с Господом, чтобы принять Его как Спасителя и Господа, войти в Его Церковь и наследовать жизнь вечную и спасение с нашим Господом. Пусть Господь благословит и даст нам мудрости поступить правильно в нашей жизни. Аминь.